Всем привет, дорогие друзья! Сегодня с вами я, Anastation, и это наша новая распаковка из интернет-магазина Wildberries. Сегодня у нас с вами будут товары для дома, которые мне очень-очень скоро понадобятся. Поэтому, если вы хотите не пропустить новые ролики, обязательно подписывайтесь на мой канал, они будут очень интересные. А мы начинаем! Первый товар, который ко мне приехал, это салфетница. Салфетница, которую я буду использовать в ванной комнате. В нее помещаются более 100 салфеток. Давайте ее скорее откроем. Я буду в ней хранить салфетки, которыми буду вытирать свое лицо. Коробка состоит из белого бокса и деревянной крышки. Крышка очень плотно прилегает к контейнеру. Сделана она из бамбука. Длина салфетницы 21,5 см, а высота 9,5 см. Корпус салфетницы изготовлен из плотного ABS-пластика. Такая вещичка украсит любой интерьер, а ее стоимость очень небольшая, всего лишь 284 рубля. Далее у нас тут еще одна коробка, и здесь набор тарелочек из керамики. Я их уже частично распаковала, тарелки приходят хорошо упакованные, пупырчатую пленку. В наборе две штуки, тарелки тяжелые, плотные и при этом плоские. Диаметр тарелочки 22,5 сантиметра. Я называю такую посуду ресторанной. Она выглядит очень красиво. Из нее сразу хочется что-то скушать. Каждая тарелка покрашена вручную, то есть это ручная работа. Материал имеет очень плотную структуру, за счет чего изделия не стареют и сохраняют свою яркость. А еще эта керамика не будет царапаться. А самое главное, для меня самый главный плюс, это то, что тарелки адаптированы к посудомоечной машине. Я купила эти две тарелочки за 1121 рубль. Йоу! Следующая моя находка – это домашние тапочки. И, кстати, обратите внимание на то, что размер маломерит. Я взяла размер в размер, и тапочки мне подошли тык-притык. В карточке товара заявлено, что тапочки сделаны из дышащего материала, что они тихие при ходьбе, и что у них противоскользящая подошва. Подошва действительно плотная, швы очень аккуратные. Я думаю, что такая подошва не будет скользить за счет того, что здесь есть специальная прорезиненная поверхность. Сами по себе тапочки очень мягкие и уютные. Они сделаны из плюша и резины. Принты есть разные, я выбрала с двумя большими сердечками. Мне они показались самыми милыми. И несмотря на то, что они мягкие, они при этом не легкие. Стоимость 559 рублей. Мини-пакетик, и здесь овощечистка. Это очень удобная мелочь для чистки овощей и фруктов. Ручка сделана из пластика, ее можно мыть в посудомоечной машине. Имеет приятный зеленый яркий цвет. Ручка прорезинена, за счет чего она не скользит в руке. Ножик удобно держать в руке, он легкий, небольшого размера, его длина всего лишь 18 сантиметров, а длина лезвия, которая, кстати, крутится, за счет чего вы можете чистить овощи и фрукты в два раза быстрее, 5 сантиметров. А еще этим ножом можно резать сыр, например, на слайсы. Стоимость 161 рубль. Следующая находка для дома – это очень удобное полотенце для головы. У меня уже есть одно такое, и я решила купить еще одно, новое. Мягкое, коричневое, сделано из 100% микрофибры. Все швы ровные, полотенце плотное, хорошо фиксируется на пуговице в виде мишки за счет плотной петельки. Полотенце быстро впитывает влагу и быстро сохнет. За счет этого ваши волосы станут практически сухими за 10-15 минут. То есть можно надеть это полотенце на голову, делать свои дела, и в это время ваши волосы будут сохнуть. Полезная штучка за 217 рублей. Перейдем к бьюти-находке. Это скраб для кожи головы. Это новинка от бренда Зануда. Скраб обладает уникальной формулой. Он идет с ментолом, с маслом чайного дерева и с депантенолом. Уникальная форма этого скраба не только помогает бороться с перхотью, но и хорошо удалять загрязнение с волос и убирать мертвые клетки. Сам скраб белого цвета, имеет очень приятную текстуру и освежающий аромат мяты, какого-то вот ментола. Знаете, вдыхайте, и сразу чувствуется свежесть. Приятно охлаждает кожу при нанесении, устраняет покраснение и зуд. Объем скраба 250 мл, и хочется отметить, конечно же, приятную, эстетичную, яркую упаковку. Здесь у нас изображен котик. Скраб очень удобно хранить, потому что крышка плотно, с легкостью закрывается, и у вас ничего не просыпется, не разольется. Следующая новинка, находка уже на мне. Это лонгслив. Он укороченный с вареным эффектом.
Я вам его сейчас покажу на кадрах поближе. Облегающий крой из эластичной, мягкой и очень приятной к телу хлопковой ткани. Имеет широкий округлый вырез горловины, длинные облегающие рукава с прямыми манжетами и прямой нижний край. Состоит на 93% из хлопка и на 7% из эластана. Покупала я его на Wildberries, это бренд BeFree, стоимость 1591 рубль. Мне безумно нравится, на весну и на лето самое то. Так, друзья, следующая моя находка сезон, и я ей вовсю пользуюсь. Это коврик. Размер коврика 60 на 40 сантиметров. Он небольшой, но при этом и не маленький. Имеет очень приятный мраморный принт. Есть в двух оттенках, у меня больше с голубым. Что хочется отметить, это его преимущество. Я им пользуюсь уже около месяца. Во-первых, у него противоскользящая поверхность. Действительно, вы кладете коврик, и он у вас никуда не ускользнет, не будет ерзать по полу, даже если вы будете убираться, мыть полы и пылесосить. Также, что мне в нем нравится, он впитывает влагу буквально за несколько секунд, происходит это на глазах. У меня этот коврик лежит на кухне, там, где я мою посуду, и если попадает какая-либо вода, коврик тут же это впитывает. Это отличное преимущество. Такой коврик подойдет не только в ванную и на кухню, но и, например, в прихожую. Еще из его плюсов, он легко сворачивается, сгибается, моется в стиральной машине, и вообще отмыть его очень-очень просто. Достаточно протереть щеткой или губкой. Очень классная находка, которую я рекомендую каждому. На этот коврик, так же как и на все товары, вы также можете найти ссылочку в описании. И на него сейчас действует очень хорошая скидка, так что успейте приобрести. И последняя моя покупка для дома – это белый стильный органайзер для канцелярии. Он приходит в коробочке, хорошо упакованный. И да, прямо сейчас, к сожалению, мы его с вами сложить не сможем, потому что здесь все части приходят по отдельности, даже отдельно лежат гвоздики и есть мини-отвертка. Но я вам прикреплю фото, как он выглядит, и мы его с вами обязательно соберем в одном из ближайших влогов. Так что подписывайтесь на мой канал, особенно если любите смотреть закупки, распаковки, расхламления, потому что скоро этого будет очень много. Органайзер имеет очень лаконичный, стильный дизайн, полностью белого цвета, легко собирается. Здесь даже есть какая-то бриллиантовая ручка. Он вместительный, имеет 12 секций для размещения. То есть туда можно поставить карандаши, ручки, фломастеры, кисточки, что угодно. Его высота всего лишь 25 сантиметров, а ширина 24,5 сантиметра. Сделан он из полипропилена, ПВХ пластика, я думаю, будет легко очищаться буквально влажной салфеткой. Но остальное мы с вами проверим. Я надеюсь, что вам понравился этот ролик, и если это так, то я буду рада увидеть ваши пальчики вверх, подписку на мой канал. Также обязательно пишите свои чудесные комментарии и не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, там вы сможете меня видеть гораздо чаще, практически каждый день. Подписывайтесь на мой лайк ВКонтакте и на все мои остальные соцсети, ссылочки на которые вы, как всегда, найдете в описании. А сегодня с вами была я, Anastasia, я с вами прощаюсь, всем пока-пока!